Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арз, и это третья часть моей карьеры в NBA 2K14. Я тут пока, как говорится, вас не было, поиграл уже немного, на джойстик свыкнулся, потому что вторая часть была просто ужасной. Я посмотрел, как я там играл, я просто ужасный. Вот тут в предыдущей игре набрал 19 очков, 3 подбора, 1 блок, 2 потери. Ну, в принципе, нормальная, я считаю, нормальная. Нормальный у меня был процент, как видите. Правда, трешки плохие, а средние у меня, в принципе, нормально летели, но, как видите, счет мы все равно проиграли, 52-72. Орландо Мэджик — это вообще никуда, потому что как можно Орландо проигрывать? Ладно, там Майами мы проиграли, и то Майами мы проиграли с меньшим отрывом, и набрало там меньше очков. Я не знаю, почему там ни Дирк Новицкий, ни Картер не забивали, не тащили, ни Монте Эллис вообще ничего не могли сделать. Ну, а сейчас мы продолжим играть и пойдем в следующую игру. Следующая игра у нас Хьюстон, насколько я понимаю. Нет, Филадельфия, я ошибся. Все, смотрю, не туда. Хьюстон, это будет ключевая игра. Я думаю, что Филадельфию мы должны выиграть. Ну это вообще, у Филадельфии получается два новичка в стартовом составе, Ноэль и Уильям Картер. Это просто... Двоих новичков в стартовом составе уже впустили, поэтому мы должны их обыграть, это 100%. Так, давайте посмотрим, кто наш матчап. А наш матчап — это Эрвин Тернер, я пропустил, где было написано про него информация, но посмотрим. Так, пропускать под кольцо. Эрвин Тернер отдает пас Ричардсу, Ричардс подает пас первому номеру, первый номер 21-му, и обратно по кругу. Ричардс кидает 3 и не попадает. Дирк Новицкий отдает мяч Уолтону, то есть нам. Что же придумает Уолтон? Уолтон отдает пас Монте Эллису, Монте Эллис обратно. Марион отдает пас Хэррису, Хэррис не попадает. Эвен Тернер отдает пас Картер Уильямсу, их разводящим. Ричардсон. Попытка пройти под кольцо, пас Тернеру. Ричардсон, опять попытка пройти под кольцо, пас Тернеру. Тернер попытка пройти под кольцо, удачно. Опять мы его пропустили. Как мы заметили, мы уже играем с самого начала, с самых первых минут. Неплохо, неплохо. Блокшот от Ноэля. Монте Эллис залез под кольцо, но в этот раз неудачно. Yeah, what a show of strength and rebounding we've seen recently. These guys playing extremely Pass и ассист. Кто нас там забивает? Харрис? Спасибо, Харрис. Эвен Тернер пытается открыться, а Уильямс Картер пытается что-то придумать в атаке. Пас Янгу. Обратно Уильямс Картер получает мяч, но трешку он кидать не будет. Я его знаю, еще с руки шоу-кейс, пас Янгу. Янг пытается средний. И Уильямс Картер хорош под кольцом. Берет подбор у нас у всех. Пытаемся поставить заслон. Мы тут одни открыты остались, но нас не видит Монте Эллис и не дает нам пас. Из-за этого атака получается плохой. Картер Уильямс теряет мяч. Атака Далласа начинает, как всегда, Монте Эллис. Пас на Марина. Пас Хэррису. Блайер, Хэррис и трешка неуспешно.
They're awfully tough to beat. Noel sets a screen for Richardson. Пас Ричардсону. Ричардсон пытается что-то сделать под кольцом. Пас Янгу. Янг кидает через сопротивление и не попадает. Атака Далласа. Быстрая контратака. Получится, нет. Нет, не получается. Опять степенная атака. Пас Хэрису. Пас Монтелису. Монтелис пас Уолтону. Уолтон обратно на Майрона. Майрон пытается что-то придумать. Просил пас. Нет. Пас не дают. Монтелис неуспешно. Пасок неуспешен. Poor shooting from him this quarter. His shooting percentage nowhere near where he'd like it to be. Richardson the pass to Young. Post shot. That's his second foul. Young забивает с фолом. Фолит Монтелис. Монтелис что-то сегодня не в форме, нас сажает на скамейку. Видимо, тренер недоволен. А чем быть доволен, если мы ничего не завели? Here's Carter Williams. Зато один ассист. Мы, кроме Ричардсона, насколько я понял, я запомнил, это у нас он. Под третий номер. Мы хороши в защите. Блок шел. Картер Уильямсу. Пас на Монтеллису. Обратно на Мэрину. Пас Уолтону. Уолтон Новицки. Какой хороший пас. И Новицки забивает из-под кольца. Уолтон прекрасно видел Новицки под кольцом, и Новицки не оплошал. Ричардсон у нас работает разводящим. Уолтон пытается отобрать у него мяч. Попытки не приносят успеха. Пас Картер Уильямсу. Уильямсу на Нойла. Нойл пытается продраться под кольцо, и у него это не получается, зато Новицки падает. Пас на Уолтона. Уолтон Монтеэлису. Хэрис. Три. Неуспешно. Атака Филадельфии. Кого мы кроем, я не знаю, это 30-й номер. Пас на Ричардсон. Ричард, попытка три. И неуспешно. Опять неуспешная попытка среднего от Хэрриса. Так, кто у нас там? Картер Уильямс с мячом. А я крою опять Ричардсона. А Уайт у нас 30-й номер. Ну, я запомню. Уайт, попытка 3. Успешно. Так, у нас динамическая цель появилась. Насколько я понял, нужно сравнять типа счет до конца второго периода, что-то типа этого. Давайте поставим заслон. Так, там у нас идет перепасовка на трехочковой линии. Марион с мячом. Монтеэлис. Пас на Уолтона. Уолтон будет попытка. Нет, попытки не будет. Пас на Эллиса. Эллис кидает три. Неуспешно. Опять атака Филадельфии. Степенная атака, которую начинает Картер. Пас на 12 номера. 12 номер пытается подраться под кольцо, и неуспешно. Вновь атака Далласа. Пытаемся что-то устроить, но постоянно получается степенные атаки, а степенные атаки у нас не идут, потому что средние броски у нас не очень. Пас на Уолтона. Уолтон ничего не делает, отдает пас обратно и... Ай-яй-яй. Красавчик Монтеэлис забивает прямо на последней секунде. Так. Показывает нас статистику. Последняя игра. Ассист. 6 ассистов. 5 и 9, будем считать 6. Так, мы кроем 12 номера. 0 открывается. Пас на Нойла. Пас нашему 12-му номеру, матчапу нашему. Но он опять берет мяч. Ричардсон кидает 3. Неуспешно.
наш центр будет мяч. Даллас в атаке. И опять ничего у нас не получается. Но Монтелис кидает средний и попадает. Не получается у нас быстро контратак, и из-за этого я беспокоюсь. Хочу чего-нибудь быстро, фастбека какого-нибудь. Так, нас номер открывается. Его почему-то берет Монтелис, Нойл, и под кольцом оказывается, что никого нету. Монтелис начинает атаку. Пас на Хэрриса, Хэррис Уолтону, Уолтон Мариону, обратно. Пас на Мариону. Пас на Хэрриса, Хэррис пытается под кольцо, как раз Савчик Хэррис, он зарабатывает мне ассист. Но делает гол-тен, и получается, что Хэррис забивает. Но он бы и так там забил. Красавчик Хэррис на скорости пробежал под кольцо. У меня уже 3 ассиста в этой игре. Правда, ни одного очка забитого, но это ничего. Опять окрою 12 номера. Картер Уильямс пытается под кольцо продраться, и опять у него это получается. Как он это делает, в который раз оказывается без опеки и забивает спокойно. Ставим заслон. Пас на Мэриона. Пас Уолтону. Уизли средний. Да, успешно. Давайте посмотрим все-таки, кто у нас это 12 номер. Так, некий Андерс. Я буду знать. Опять мы кроем не того, а какого-то 11-го. Боже мой, сколько вас тут? Это Аллен, наверное. Нет, это все-таки Андерс. Где же наш 12-й? Эндерсон, его там зовут не Андерсон, а Эндерсон. Уильямс Картер под кольцом, и пас на какого-то там номера, я не вижу. 50-го номера, и 50-й забивает. Пас Ламберту. Картер Уильямс, хорош, нарвался на фолы, думал, что забьет, но мяч не закатился в сетку. Кольцо. Первый штрафной успешен в исполнении Картер. Я думаю, второй будет такой же, и второй период, половина матча закончится со счетом 28-27. Мы заработали 2 очка, 3 ассиста. В принципе, идем, команды наравне идут. Не то, что в прошлом матче, где делал все, что мог, тащил, а команда наш сливал просто. Так, кто у нас там убегает? Хэррис. Пас на Хэрриса, пас на Монтелис. Монтелис, успешный бросок со средней дистанции. Мы на 6 очков, он уже отрывались вперед. Это очень хорошо. Пас на Янга. Янг получает блокшот от Нависки. Неплохо, неплохо. Пас на Уолтона. Пас на Ламберта. Ламберт зарабатывает мне еще один ассист. Четвертый ассист в этой игре. Но ставит заслон Эндерсон. Эндерсон пытается выбежать куда-нибудь. Пас на Ричардсона. Ричардсон дает пас Янгу под кольцо. И в этот раз Янг забивает через Новицки. Мстит ему. Пас на Хэррису. Хэррисон пас Уолтону. Уолтон отдает опять до Ламберту. Все по старой схеме. Пас на Хэрриса, и Хэррис не зарабатывает мне 5-й ассист, но Деламберт забивает с фолом, а я уже выбежал в защиту, мы пропустили плохой бросок от Деламберта, но все же я видел, как он закатился в сетку,
и жалко, что Ламберт не забивает штрафной, но ничего. Что же они все падают, а? Я ее пропустил под кольцо, он взял да и упал, и еще не забил. Эндерсон, успешный штрафной, исполнение Эндерсона. Но это его их не спасает от отрывов 7 очков. Эндерсон сбивает 2 из 2, чего я не умею. Заслон от Уолтона Эндерсона. Надо бежать в защиту. Торнер бежит в атаку. И Торнер не успешен. Зачем отдавать такие пасы? Непонятно, третий номер. Не знаю, кто он. Ларкин, наверное. Terrible pass, сказал бы англичанин. Но я не англичанин, поэтому говорю ужасный пас. Аллен с мячом. Пас на Торнера. Торнер отдает Эндерсону, атака их заканчивается. Все это 3-2-1. Пас в исполнении. Ой, 3 в исполнении Эндерсона. И блокшот в исполнении Уолтона, то есть нас. И уже идет атака Далласа. Ларкин с мячом. Пас на Мэриона. Мэрион пас Уолтону. Уолтон пытается и попадает в свой второй средний бросок в этой игре. Откроем, по-моему, Хефт, 30-й номер. А, это Вайт. Понятно. То всех не разберешься, я всех не знаю, естественно. Нет звезд никаких. Так, пас Уолтону. Пас на Мэриона. Лидо кидает успешно. Отрыв составляет 9 очков, что меня не может не радовать. Пас на Тернера. Тернер прорывается под кольцо, неуспешно. И меня это радует, потому что это мой игрок. Я его пропустил, и уже в который раз он не сбивает. Ух ты ж. Уже вторая трешка в исполнении Ледо, и как его там. Торнер начинает атаку Филадельфии и он пытается что-то сделать, но мы его не пропускаем. Андерс набегает на штрафной, но почему-то его не кидает, зато отдает пас центру, а я беру подбор и уже бегу в атаку. Отдаю пас Ларкину. Ларкин кидает штрафной и неуспешно, но... Естественно, не попадает такой бросок. Кто там кидал, я не знаю. Отрыв ставит 12 очков, что очень приятно. Очень хорошо. Нам нужно увеличивать отрыв. Меня даже больше не выпустили. Жалко, но мы выиграли. Филадельфия сократила отрыв, вы посмотрите на счет. То есть мы, получается, выиграли всего лишь буквально 2 очка. Но все же выиграли, что не может не радовать. Я не знаю, что я отвечаю, просто нажимаю, что под руку первый попадется, потому что я в английском не очень разбираюсь, не хочу переводить. Вот так вот. Количество фанатов у нас увеличилось. Хорошо.
означает, я опять же не знаю. Ух ты. Ну, это у нас 100 тысяч фанатов. Новое достижение, два блока в одной игре. Так, что у нас еще тут? Ачивка какая-то открыла твои достижения, то есть... Может быть, более 10 минут в одной игре сыграть, что-то типа того. Так, давайте... Апгрейдим своего игрока. Так, я сейчас прокачиваю вертикаль. Так. Я думаю, на этом мы эту серию закончим. Мы сыграли один матч, я думаю, вполне неплохо. Давайте посмотрим наши результаты. 4 очка, 1 подбор, 4 ассиста и 2 блока. Вполне неплохая статистика. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, кому понравилось. Всем пока.